Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу для вас приготовить супер влажные шоколадные маффины. Я пекла их вчера, я испеку еще и сегодня, потому что нам явно не хватило. Пробуйте готовить вместе со мной, пишите, как вам понравилось, и пошли готовить! Для шоколадных маффинов нам сегодня потребуется мука, какао, сахар, растворимый кофе, сода, немножко соли и любое растительное масло без запаха. Выпекать я буду вот в таких формах. Застелю вот такими пергаментными формочками. И для того, чтобы погасить соду, вы можете взять уксус. Я буду брать сок лимона. Все, приступаем к готовке. Сегодня нам понадобится две емкости, в чем мы будем размешивать наше тесто. В одну мы будем всыпать сухие составляющие. Вот я высыпаю муки. Здесь у меня не полный стакан, где-то грамм 120. Да? Сюда же добавляю какао. У меня 4 столовых ложки. Какао берите хорошего качества, с большим содержанием какао-масел. Это будет вкуснее. Ну, если у вас нет, кладите какое есть. Во вторую емкость я высыпаю сахар. У меня было полстакана сахара, четверть стакана растительного масла. И вот что я еще забыла, нам потребуется еще грамм 50 холодной воды. Выливаю грамм 50 холодной воды. Все это размешиваю. Даю растаять сахару. Сюда же мы положим растворимый кофе и добавим соль и соду, погашенную лимонным соком. Я погасила неполную чайную ложечку соды лимонным соком. Добавляю в эту жидкую смесь. И сюда же добавлю немного, может быть, пол чайной ложечки, кому как нравится, можно вообще не добавлять, растворимый кофе. Все размешиваю, стараемся немножко так размешать, чтобы это все растворилось. Вы можете кофе, в принципе, растворить и в воде потом залить. Это не принципиально, в тесте оно потом разойдется. И также чуть-чуть добавляю щепоточку соли. Все, жидкая составляющая теста готова. И сейчас будем сюда добавлять все сухие, нашу сухую смесь. Добавляем и сразу размешиваем. У вас две руки. Вы можете это делать сразу. Я буду добавлять постепенно. Я размешала тесто. Вот такое оно у меня получилось. И теперь выкладываем формочки. Полные не кладем, а наполняем где-то на 2/3.
Опять же, мне неудобно одной рукой. Сейчас я положу, выключу камеру и потом покажу результат. Пока я делала, я почему-то подумала, а если попробовать сделать их с шоколадной начинкой? Вот у меня будет 6 маффинов. Я взяла 6 кусочков черного шоколада. И положу сначала, ну так, ложечку, половина теста в формочку. Положу туда кусочек шоколада и залью второй ложкой. Сейчас проделаю все так со всеми остальными. Вот так я выложила тесто. У меня получается 6 маффинов. В серединку я положила, как говорила, по кусочку темного шоколада. Вы можете это не делать. Наполняйте формочки не очень высоко, потому что они должны подняться, и им должно, ну, остаться немножко места. Включила духовку на 180 градусов. И уже в согретую духовку ставлю наши маффины. Я ставлю на средний уровень. И все, закрываем и ждем. У меня прошло минут 10. Вот так мои маффины поднялись. Но они еще не готовы. Вы можете проверять деревянной шпажкой, чтобы она была бы более-менее сухая. Ну все, выпекаем дальше. У меня прошло 20 минут, мои маффины готовы. Я дам немножко им отстыть, тогда выберу из формы и будем пробовать. Я выбрала маффины из формы. Вот такие они у меня получились. Они еще теплые. Как я и говорила, они получаются очень влажные, шоколадные. Мы не будем выбирать их из формочки. Ну и давайте попробуем, что там внутри. Вот такой влажный шоколадный кекс, маффин у нас получился. Очень вкусный. Ну, шоколад, как я и говорила, он расплавился. Я не знаю, как он поведет себя, если маффин уже отстынет. Может быть, он застынет и будет твердым. Но я думаю, что мы просто не дождемся этого момента и скушаем эти маффины, пока они теплые. Очень вкусно, очень бюджетно. Вам не потребуется никаких особенных продуктов для того, чтобы сделать такие маффины. Но если вам хочется еще позаморачиваться, вы можете их полить каким-нибудь шоколадом, присыпать сахарной пудрой. Ну, это уже вы можете экспериментировать и делать на свой вкус. Такие же маффины можно сделать и не шоколадные. Тогда просто количество, вот то, что мы сыпали муки, добавьте туда муки ровно столько, сколько мы добавляли какао. То есть 4 ложки муки добавьте еще плюс к той муке, что мы засыпали. И можете добавлять туда какие-то ягоды, может быть, как экспериментируйте, пробуйте. Очень вкусно. Рекомендую. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями. Все, до свидания.